собралась вдруг я рисовать, и вот сию секунду уже все приготовила. Вот у меня тут холст, краски, кисти, да. Вот, собралась рисовать, и стрельнула у меня. Вопрос к общему раскладу. Кому вам не нужно доверять? То есть, кто может либо спровоцировать, либо обмануть, либо подвести, я не знаю. Вот пришла сейчас, и я сразу взяла колоду темную и начала смотреть. Итак, видео общее, поэтому если оно вам попалось, значит, вам действительно нужна эта информация. Кому вам не стоит доверять? Кому вам? Никого закатывать не надо. Просто подпишитесь и слушайте. Кому вам не стоит доверять? Даже не нужно доверять. Вот раз мне сию секунду стрельнуло. Смотрите, какая-то королева Пентакли, женщина либо земной стихии, либо женщина, которая бесконечно цепляется за какие-то материальные ценности, за какие-то деньги, либо за какие-то блага. Вы знаете, по этой карте может просматриваться родственница. Вот по королеве Пентакли может просматриваться родственница. Может мать, сестра, там тетушка, бабушка. Все зависит от вашей ситуации. Какая-то женщина. Так, и что эта женщина? Вот она, почему она вышла. Вы знаете, вот по шестерке Пентакли эта женщина вообще желает вам благ. Вот, она вам желает блага, но она считает, что за вами какой-то должок перед ней. Вот вы как будто бы ее чем-то не отблагодарили. А вопрос-то помните какой? Почему не стоит доверять? Ну хорошо, а что за ситуация? Что за ситуация? Ну, она считает себя обманутой по карте Луна. Здесь она считает себя обманутой. И вы знаете, вот эта женщина по Луне это вообще желание отомстить. Желание отомстить, но отомстить настолько изощренно, изысканно, мерзко, настолько неприятно и трудно распознаваемо, что действительно вам стоит, если вы кому-то должны его смотреть, такая ситуация, если вы должны какой-то женщине, то, наверное, лучше побыстрее рассчитаться. Если эта женщина придумывает, что вы ей должны, да, на самом деле вы ничего не должны, то, наверное, лучше какие-то защиты поставить, как-то защититься от нее. Заморозьте, если вы знаете, о ком речь. Так, и что? Ну вот, она жаждет победы любой ценой. То есть она хочет вас под себя проломить, эта женщина. Ну вот, она не будет с вами взаимодействовать, не будет вам чего-то давать до тех пор. Тут, конечно, разговор о деньгах, о каких-то реально материальных ценностях, может быть, о каких-то документах, но всего скорее разговор о деньгах. То есть она вот решила продавить эту ситуацию, она считает, что вы ей должны, и она не будет с вами взаимодействовать до тех пор, по-хорошему я имею в виду, пока вы с ней не рассчитаетесь. Вам что делать? Ну, у вас даже может быть конфликт, либо был, либо вот-вот на носу, причем очень эмоциональный. Я бы... Это женщина-родственница. По десятке пентаклей, смотрите, эта женщина все равно родственница, либо она настолько вам близка, что, ну, может быть, вы считаете ее родственницей, может быть, она вас считает близким родственным человеком, но что-то у вас не заладилось. Очень часто просматриваются в таких позициях отношения мать-дочь, когда одна из самых тяжелых вот для психологов рассмотрение ситуации отношения мать-дочь, когда матери считают, что дочери им вечно должны. Да. Ну, что еще? Вообще завершение вопроса благоприятно по четверке жезлов. И я вам, знаете, что хочу сказать по этой карте? Вот если точно знаете, что кто-то на вас зуб точит, но вы ничего этому человеку не должны, сделайте какой-нибудь подарок. Откупитесь. Сделайте ей какой-нибудь подарок, да хоть несчастную какую-нибудь шоколадку. Ну, что несчастную? Счастную. Счастную. Купите торт, пойдите попейте чаю, да, на самых позитивных эмоциях, да. И вот тут восходит солнце, и тут ситуация изменится и вам во благо, и ей во благо. Человек на вас обижен. Человек на вас обижен, считая, что вы его в чем-то обделили. Дайте, даже если ничего не должны, дайте этому человеку что-нибудь.